И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем, наверное, томить какого-нибудь Динса. Что-то музычка как будто громкая. Наверное, пойдем томить Моногарма. Но что я хотел бы сказать? Ну, во-первых, я полностью переехал в башенку, туда все установил. Сейчас вкратце расскажу, что да как у меня появилось на базе. Во-вторых, я зачищал территорию. Ну давай, блин, что-нибудь уже хорошее, красивое. Оп! Говно. Зачищал территорию, жилу. Жилу хорошо зачистил. Ресурсы вы могли увидеть в этом. На скрине про защиту территории. Но если вкратце, то что у меня осталось, это вот они, вот элемент, элементальная пыль. В общем, штука была хорошая. Если сюда спуститься вниз, я генератор и кровать поставил сюда, то вот эти я закинул сюда, и честно, сколько он их тратит, S-плюсовский генератор, сколько он их тратит, это вообще прям фигня копейки. Вот. Здесь у меня станки. Здесь у меня хавальня. Ну, а здесь... здесь по факту все остальное. Здесь единственное, что вот сюда поставлю сейф, и вот сюда поставлю сейф. И все, может, 3 сейфа будет. Но как бы там будет уже видно. Опять-таки же у меня там этажи выше будет, возможно, куда-то что-то я где-то перемещу, но это будет уже потом. Также, кстати, компост-бины вон туда переместил, чтобы они этот солому из них не цепляли. И грядки. Переделал все на наркобарике, то есть вот это вот все у меня на наркобарике. Я им, как видите, сделал одну общую картинку. Вот, а здесь овощи также продолжают выращиваться. И, собственно, гача. Гача кристалла. Установил такой там коллектор, он собирает все, кроме говна. И вот, собственно, что они мне здесь накидали. Ну, сами все видите. Сейчас я все открою. Точнее, вот эти вот я открою с вами. Все остальное открою без вас. И уже посмотрим, что, как, да где. Так, давай. Ну, я скажу, что... Да неплохо. Винтовочка хорошая для оглушения. Сейчас, кстати, самая норм. Отлично, значит, сейчас будем дротики делать. Что, помпарь, ну так плюс-минус. На разбор ресурса тоже пойдет. Бронька. Что у меня получается? Перчатки, штаны, голова. То есть у меня не хватает только нагрудника, да? Неплохо. Ботинок не хватает еще. Ботинки у меня, во, вообще огонь. Суши, прям огонь. Прям мне понравилось. И давай сейчас вот это все откроем. Так. Первая партия, которую я получил. И, кстати, смотрите, здесь тоже ресы пополучал. Бурдюк, металл ворота. Кстати, нагрудник. Пускай не то, но все равно лучше, чем то, что у меня сейчас. Ну вот, собственно, 1000? Ну, это неплохо. Неплохо. Это у нас что? Для дерева, ну окей. Неплохо. По перевесу неплохо, я бы даже так сказал. Ну хотя да, вот понятно, у меня из-за чего по большей части перевес. Могу скидывать. О, я сюда могу ресурсы скидывать. Ну хоть ресурсы могу скинуть, на том уже хорошо. Окей, органики неплохо, черного жемчуга хорошо. Хорошо. Сейчас следующий откроем партию. Так, отличненько. И заметьте, вот эти все ресурсы, кстати, с этой партии ничего не было, но здесь и было меньше. Вот эти все ресурсы, кроме говна, я получил за, сейчас скажу, 10, 20, 30, за 40 тысяч камней. И то при этом они еще немножечко у них осталось. То есть за 40 тысяч камней я получил вот эти вот ресурсы. Ну, вы поняли, да?
Неплохо. Плюс еще вон, здесь у меня в сове вся вот эта вот шляпа лежит. В общем, штука хорошая, штука неплохая, но жопа еще та. Гача-платформа, она действует, я посмотрел, создал две, потом посмотрел, что они дают. В общем, короче, если они у меня вот так вот стоят, то можно и без гача-платформы обойтись. То есть у меня здесь самец-самка, в каждой группе стоит самец-самка. И можно стоять без гача платформы обойтись. Просто 5000 металла, коту под хвост, можно так сказать. Элемент насрать, у меня его больше. А вот с металлом проблема, он дерьмово спавнится. И сейчас я играю, запустил как сервер, чтобы, может, металл хоть как-то будет спавниться получше. Трансмиттер не работает. В локалке он вообще никак не работает. Вот, допустим, моногарм, он никак, ничего, нигде, вот, ничего. Мезопитеки, допустим, у меня вот здесь подо мной бегают мезопитеки, но, как видите, у них координаты не показывают. Показывают левел, но не показывают координаты вообще. То есть, причем, я даже на локалке, бегал на локалке, я в зиме около моногармов тусовался, он их не отображает, вообще никак. В общем, жопа еще та редкостная. Так, дальше что? Хотел я рассказать. Да и по сути все. Единственное, что, да, реально проблема с металлом, прям очень сильная проблема с металлом. Если честно, то если бы у меня было бы, допустим, не органики, да, там, а на металлическую руду, я бы больше согласился, и уж тем более бы жемчуг. Ну, кстати, надо посмотреть, может, там у них металл руда у кого-то дропается. Вот такая вот фигня. Сейчас я приготовлюсь, нужно будет все-таки дротики взять и создать, точнее. И пойдем на моногарма. Будем томить моногарма, хочу моногарма, моногарма, моногарма. Если останется время, то покажу, как я зачищал ту жилу. Это вообще что-то с чем-то отдельный, так как говорится, пункт в моем выживании. Кстати, забыл рассказать про еще кое-что. Помните того... как NPC не NPC, ну в общем про тот домик, о домик, господи, Черика, вот про вот этого, я еще не знаю кого запускать, но в общем через Т-генератор он, понятное дело, запускается, и да, он просто собирает ресурсы, поставил его вниз, потому что вот прям вот только вот здесь мой Т-генератор его буквально чуть-чуть цепляет, но он собирает вот это вот и все, он стоит и собирает. Вот это вот все. Единственное, что да, вот с этими багаются, и они не стакаются сразу, семки. Не все, но, как видите, бывает такая фигня. А потом они хоп, и все застакались. Вот просто стоит и просто собирает. Почему бы и нет, пускай. Просто я сейчас с наркотиком собирался возиться, думаю, создать, и вспомнил про наркобариков, сколько их здесь он добывал мне. Просто так надобывал. У него есть два режима, типа Harvest, то есть Hands Only и Tools Only. Но Tools Only — это ягоды он собирать не будет, это есть смысл, когда у тебя вокруг деревья. Кстати, радиус он примерно вот до туда достает. То есть вот. Вот видите, да, там растут, здесь уже перестают расти. Чё я вам говорю? Вот, вы прекрасно видите его радиус. Это самый максимум радиус, в общем, да, фига. Вот, поэтому тоже прикольная штука. Ну, на халяву пускай что-либо собирает. И, кстати, да, в нем не так уж все быстро портится, поэтому там что-то 16-17 часов, что ли, ягода портится. Ну, в общем, дофига. Прикольная штука. Стоит здесь, собирает. Ну, если бы у меня был в нормальном месте, то он бы по-нормальному собирал. И, возможно, бы и деревья бы собирал бы и так далее. Но здесь так. В итоге. Дротики готовы. Ворота готовы. Кстати, воротинки лучше сразу вот так поставить. Седативку тоже взял. Место в сове. И что? И все. Погнали. Сейчас там, по идее, должна быть ночь. В целом, как я понимаю, на сове будет намного легче притомить. Она умеет замораживать. А пока замороженная, типа, можно спокойно отойти и ворота закрыть. Так что в этом плане должно быть
по идее легче. Посмотрим, что сейчас будет. Самое сложное, это, конечно, найти моногарма. Так, здесь ночь. Да, здесь ночь. Ночной экстиншн, детишки. Ну, погнали, поищем. Вот, кстати. Нашел моногарма 20 левела, но... Вот. Единственное, что, наверное, мне этот сканер поможет, я сейчас просто пролечусь по всей этой локации, как вариант, и по идее они все должны записаться. Вот я сейчас на того моногарма... О, прогрузись, не глянул. Давай посмотрим. Он у меня записался в список. Да, вот он, 10 левел, но 20 ушел. То есть, как бы, ну, вы поняли, да, абсурдность того, как работает сканер Дина на локалке. Так, вот еще один. Просто хочу вам показать, что, ну, на локалке это... О, 75, кстати. 75, кстати, прикольно. Даже, может, это лучше, легче искать, нежели через Дина трекер. Хотя так тоже нормас. Ну, в общем, как-то так. Поищем, посмотрим. Но самое тупое, конечно, что он не отображается. О! Так, ладно. А, тихо, не то. Все-таки динотрекер намного лучше, потому что... Опачки. И где эта жопочка? Индесодородненький. Так, вот эта моногармушка. Отлично. Сейчас, значит, сделаем ловушку. А может и не ловушку. Так, надо найти ровную поверхность, плюс-минус хотя бы ровная поверхность. Нет. Чтобы легче было поставить всякие воротинки и так далее. Ой-о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 й. Вот это, по идее, да, ровная такая. Вау. Оп, добрый вечер, я вас тут потрогаю. Металл. Блин, я реально, я уже агрюсь на любой металл, потому что с металлом вообще беда конкретная. Я так, кстати, в гаче так и не глянул, металл у меня есть, нету в ком-нибудь вообще. Если есть, но нужно будет все ресурсы в него кидать. Блин, ну это единственная ровная поверхность. Ай, не хочу я их убивать, я слишком добрый. Ладно, сейчас глянем. Так, погоди-ка. Что-то там пошло не так. Ну-ка, братва. А как там? А как там надо? Не то. Почти. О, да даже так можно, да? Давай, мочи всех нафиг. Мочи халикатуриков. А, слишком высоко был, что ли? О, прикол. Ну, взлетай. Так, ну-ка, погоди. А так? Во! А так могу. Класс. Ну, первый блин комом, но я просто не разобрался, что нужно ниже опускаться. Ладно. Предтопового моногарма просрали. Окей. Но этих ублюдков надо замочить однозначно. Ну, так, чтобы... В следующий раз они уже моих моногармов не убивали. Моногарм вообще бесполезный кусок говна, если так вот посудить. Но я хочу его притомить. Я ни разу его не томил, поэтому хочу его притомить. Здесь что, там еще один труп моногарма. Ну, дохнут они просто на изи-бризи. О, барашек, добрый вечер. Давай. А то у меня что-то баранинка подзаканчивалась. Ну, дальше ищем. Построил ловушку. Давай попробуем потестировать вот этот вот способ ловления. То есть, проще говоря, подвожу сюда моногарма. Он на меня атакует. Я сажусь. Замораживаю его, да? То есть, как, теоретически. Потом встаю и сдрю с него. Он пока не разморозился, двери закрылись. А вторые двери у меня на закрытом состоянии. Просто надо хотя бы на дерьмовом левеле потрениться, потому что тварь такая резкая, как пуля дерзкая, ну как бы такое себе. Трениться сразу же на большом левеле будет как минимум глупо, если еще и не получится, ну вообще прям будет очень сильно обломно. Осталось только найти, это у меня примерно плюс-минус посередине, чтобы легче было найти что где как.
Но хоть Моногармов показывает S-плюс сканер, что их дофига на карте, я вам так скажу, что-то их нифига нет на карте. Вот прям вообще нифига нет на карте. Я задолбался их искать уже. Там 10-й, 20-й левел где-то появляются, но они так же быстро исчезают, потому что я иногда даже не успеваю к ним подлететь, они просто дохнут. Такая вот фигня. Они слишком чумачечи. И, кстати, честно, непонятно для чего. Они, кстати, можете написать в комментариях, для чего они вообще нужны, то есть какое у них применение. Я думаю, им какое-то применение нашли, но они дохильник, не знаю что. Ух, даже газбаксы. Ну хотя газбаксы тоже еще то говно. Но его тоже будем томить. Так, ну допустим, как тебя сагрить на себя? Вот ты на кого-то сагренный. Как тебя на себя сагрить? Братан? Ну то есть вообще прям никак, да? Ага. Вот, ты получается сагрился на меня или не сагрился? Гарм, ядрить тебя. Сраку, пошли отсюда нафиг, текаем. Или не текаем? Не, не текаем. Ты решил, что не текаем, да? Ну, а теперь? О, а теперь текаем, да? За мной? Ох, мать вашу! Какой ж он дебилёхонький! Да ты смотри, он просто переагривается! Вот, хотите, в чем прикол? Когда просто так я здесь летал по локации, они вообще отыгрываться не хотели. Это прям вершина парадокса всего этого говна. Да пошел ты! А потом вот так вот и замораживаем тебя, да? Нет, это не канает. Так, еще и заморозка работает очень далеко. Точнее, очень близко. Так. О-о-о! Чувствую, кому-то сейчас будут кранты. Братва, не серчайте, мне этот дебил нужен. Так, стоять. А если я по тебе вдарю? Ух, ты ж какой нехороший. Да ты... Я сюда, мать твою. Ща я тебя всеку. Отлично. Я даже по нему вдарил, получается. Ну, конечно, от этого было ноль. Он сдохнет нафиг. И где он? Ну, естественно, пошел дальше мочить все. Иди за мной, дебил. Не-не-не-не. Сейчас он сдохнет от носорогов, это понятное дело. Киса, иди по пису. Да, все, Моногарм сдох. Так. Я не знаю, как их сагрить. У меня реально эта тварь через всю зимку там налетела, не хотела отыгрываться. Это проблема. Проблема, как его загреть на себя. Но я походу знаю как. Секунду. Так, давай попробуем. Так, где это гнида? Угу. То есть это на тебя не работает, да? Или работает? Что-то я не понял. Но это и на мамонта тоже не сработало. Или все-таки сработало? Как-то непонятно. Как эти цветочки работают, на кого работают, я просто не читал. А на кого они работают? На Моногарма они, по ходу дела, как и на Кицаля, не работают. Хотя, может, он просто дурной, и на него это не работает. Это нормально. Я не знаю. Я не знаю, как их агрить. Самое смешное, когда смотришь всякие гайды, они даже близко не показывают всю вот эту вот боль и страдания, и то, что они просто хотят и не агрятся. И, кстати, что самое смешное,
Как я уже говорил, они когда не нужны, они на тебя агрятся и не отцепляются. Они вот так через полкарты поверху за мной летели. Ну, опять-таки же поверху. Поверху это не за кого агриться, точнее переагриваться. Поэтому да, такая беда. Ну ладно, поищем еще, будем еще пробовать. Куда деваться? В общем, не знаю, работает это не работает, но что-то у меня получилось. Опять-таки же посмотрим, получится ли мне вообще его сейчас загнать в ловушку. Прыгнет он сюда или не прыгнет? Очень сложный в попытках томления. Так, а теперь стой. Сейчас сначала притомлю, а потом объясню. Даже, возможно, покажу на примере. Это было отвратительно, если честно. Собака в комнату забежала, отвлек. Кстати, да, я переключился на локалку. Пошло на все, короче, что-то мне так как-то поудобнее. Так, теперь как вот по тебе здесь попасть, вот скажи мне. Ё-моё, прикинь. На, это будет еще то веселье. Вот эта дверь у меня закрыта. А то я на автооткрытие поставил. О! Вот так могу поставить. Ой, да ладно! Ты прикинь? Всего несколько дротиков нужно. Ах ты ж, блин. Вот бы сраку свою подставил красиво. Вообще прям красава. Ух ты, бляха-муха. Ужас-то какой. Кошмар, беспредел. Жуть. Две сырые баранины нужно. Ну, с моими рейтами. Да, я еще тут баранинку уж так добывал. Веселье, конечно, еще то. О, да ладно, он у меня сам проголодался. Даже седатив не нужен. Он просто пока вот это вот и все туда-сюда прыгал, бегал, он сам проголодался. Офигеть. Так. Ладно. Так, давайте я врубаю. Так, подожди. Группировка здесь стоит. Пассив. Лети домой. А я сейчас попробую показать, как я на себя согрел тебя. Это было что-то с чем-то. Но, ой, для начала нужно найти моногарма еще одного. И хотя бы похожую ситуацию. Нашел я его здесь. Как раз вот я пытался вот этого 35-го хоть что-то с ним сделать. Да что ты приземлился, дебил? А потом здесь нашел 55-го. Да, я отсюда туда его аж перетащил просто через... пол локации зимы. Прикиньте, это я сам не ожидал того. Но сейчас найду другого и покажу, как это получилось. Если вкратце, то цветочки сработали. Цветочки сработали, но каким-то чудом он не переагрился ни на кого, и он аж по земле полз за мной, стагрившись. Не знаю, как это сработало, но как-то это сработало. Сейчас поищем, покажу, надеюсь, покажу. Ну, давай попробуем показать. Получилось все это примерно так. Замораживаю. Хаваю. Отлетаю. Он агрится на меня. И вот смотрите, он бежит за мной. Вот просто он бежит за мной, он бежит по земле, но он бежит за мной. Но там было легче, здесь ему нужно подняться, там ему нужно было просто спуститься с горы. Но смотри, он меня вроде бы до сих пор еще агрится. Единственная проблема, если его кто-то ударит, то он сагрится. Нет, смотри, он до сих пор на меня сагренный. Да? Я думал, это не срабатывает. Ну, типа, он красным не отображается, он не сагренный. Но это, черт побери, работает!
Ты смотри, он просто бежит за мной. Ему пофигу на всех, он просто бежит за мной. Если бы я сразу знал, что это так сработает, вообще проблем бы не было. Все, то есть вот он сейчас сагрился, точнее переагрился, сейчас он может обратно на меня сагриться. Ну-ка. Ну, видишь, опять в камень уперся собака. Во! И все, он просто идет за мной. И ему просто пофигу все, он идет за мной. Прикинь! Прикинь, как цветочки-то работают! Как я о них вспомнил, хорошо. Сейчас попробую дойти до ловушки, что ли. Показать, как это вообще в ловушку. То есть довести до ловушки до конца. Блин, самая такая проблема, он просто выпрыгивает иногда и типа попробуй его найди. А когда нужно, он не прыгает. Вот, к примеру, сейчас будет нужно, он не прыгнет. Может, прыгнет. Черт его знает. Ну, в общем, лучше всего ловушку заранее не ставить. Да, это такая будет проблемка-дилемка. Заставить его за тобой туда бежать, куда нужно. Тебе. Ну, смотри, он просто... А, даже яркость врублю, забыл. Он просто бежит. Ему просто на все плевать, он бежит за мной. Где... А, ловушка-то вообще там. Вот я лошара. И где он? Поднялся, не поднялся? Надо было немножко в другую сторону идти. Вот сюда надо было идти. Я куда-то кругаля не туда дал. Ну, смотри. Ну, смотри. И в текстуру залез, короче, головой. Это было так легко. Кстати, я изначально хотел вот здесь поставить ловушку. Я не знаю, почему я решил поставить там. Ну, типа, ближе к центру, все дела. Но здесь более ровная поверхность. И поставить легче. Так. И где он? Застрял! Вот проблема может быть с волками. Они просто могут сагриться. Да любой, хоть кто может сагриться просто. И это основная такая проблема. Но, смотри. Вот на ловушка. И он где-то здесь. Но до ловушки я дошел. Вы сами видели откуда. И как далеко мы шли. Это просто что-то с чем-то. Ну-ка, Мангарм. Это он или не он? Нет, наверное, другой. А где мой тот, который на меня агрился? Ну, опять где-то застрял, короче. А, вот он. Ну-ка, сейчас вот заодно проверим. Сагрится он, не сагрится, потому что из поля видимости он просто ядрено как отошел. Ну, смотри, он до сих пор на меня смотрит. Ты серьезно? Ты до сих пор еще на меня сагренный? Вот это было изично. То есть я столько мучился, просто... Собой заморозил его, отогрел от всех, захавал цветок, и он пошел за мной. Всего-то. Он бы уже здесь попытался кого-нибудь убить. Понимаешь, чем прикол? Вот, вот теперь показывает, видишь, что он за мной прям сагренный. И он не отцепляется, что самый главный прикол. Офигеть. А, вот, все, наконец-то отагрился. Прикиньте, сколько, вот вы видите, да, сколько по времени прошло, и он от меня не отагривался. Опять-таки же, мне ничего не заставляет труда, сейчас вот он нападет, а может и не нападет, может он за мной так и пойдет дальше. То есть, так. Эй, сама иди в шубу! Сама иди в жопу. Полетел, роднуля. Ну вот он опять на меня сагренный. Конечно, еще там сова сагренная, но это уже полбеды. Суть в том, что Мангарм опять сагренный. Блин! Вон сидит. Они, кстати, любят вот так вот в воду залазить под камешки и думать, что там делать дальше. Вон он. Ну, в общем, вы поняли, да? Как это все изично происходит. Даже вот вам. Загоню сюда еще раз. Ну,
Да, решил, короче, снять ворота. И он откуда-то на меня напал. Ну, опять-таки ждал. Он все вот до сих пор за мной бегает. Я слишком долго мучился. Все оказалось намного легче. Давай, собирай все ворота. Эй, ладно. Пускай бегает. Только надо вот это убрать. Ну, поднимай. Ну, блин. Вот такое вот мучение, приключение у меня получилось. Насколько я понимаю, качать его нужно выносливость. Как им управлять, это вообще отдельная история. Так. Вот. И все, выносливость уже закончилась. Но... В целом прикольно, конечно, прикольно, но это ужас. Это ужас, сколько приходится страдать, скажем так. Сколько приходится страдать ради того, чтобы его поймать, и я бы не сказал, что у него такой какой-то... Двадцать пять? Ну как? Ну да, то же самое. Подожди, мне надо кого-нибудь продамажить хорошего. Так, у меня выносливость опять, да? Кирдыкнулась. О, выносливость это самая такая жопа боль будет. Но мне стало интересно, иди сюда. Вот это я понимаю. Ну-ка, по урону. Да не очень-то. Ну, по 25 это не очень много урона, но в целом прикольно. У него точность, конечно, получше, чем у велнозавра. Или, ой, как там, велик же. Ну, велика, короче. Но урона намного меньше. Ну, просто замораживает. Прикольно все равно прикольный, как ни крути. Еще бы выносливость бы не заканчивалась так быстро, вообще была бы красота. Но, так поугарать, это, конечно, клево. И красивый, вот как бы тут не поспоришь, красивый прям, ух. Ну-ка. Так. Прикольно. За заметкой сгонял. Ну вот так, смотри, если прокачать ему выносливость, немножечко здоровечка, так чтобы было хотя бы десяточка. 11 тоже нормас. Ну, урон туда-сюда. А вот выносливость, это, конечно, да. И уже что-то да получше становится. Даже как-то прыгать может! А чё это у него так три прыжка только было? Выносливость же не закончилась. Еу! У него всего три прыжка? Неожиданно. Но летит, зато он быстро. Да, жаль, конечно, по стенам не карабкается, это было бы прикольно. Кстати, учитывая, что у него всего три прыжка, ему очень не хватает карабкаться по стенам. Ну, прям очень не хватает карабкаться по стенам. Но, в любом случае, это прикольно. Да, кстати, я этим входом здесь постоянно пользуюсь. Это прям... Я офигеваю. У меня есть телепорт, но я очень часто сюда забираюсь по вот этому подъему. Даже иногда пешком. Это на меня не похоже, но это реально клевое место, и оно мне нравится. Что-то я очканул. Я побоялся, что он приземлится неаккуратно. Вот такая вот фигня. Носится, конечно, он быстро. И так как он не является летуном, все-таки это не птица, и все в таком духе, ему можно качать скорость передвижения.
Это, конечно, вдвойне прикольно. То есть он и так быстрый, как черт, так еще и скорость передвижения вам можно качать. Это, конечно, да. Это, конечно, неплохо. Ну вот такие вот, в общем, народ, дела. Малагарм. Спорное животное. Прикольно. Чисто пофаниться, да. Но вот как боевая единица, как в одном видосе говорили, топового есть смысл приручать. Так только фаниться, не более. Ну а я на том уже с вами пожалуй прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, наконец же делиться моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.